Привет, друзья, подписчики мои! Но мы продолжаем рубрику «Контроль качества Бейблейдов». И сегодня у нас на распаковке легендарный Сприган компании СБ. Здесь у меня 10 штук. Предоставили мне его организаторы турнира, который будет в Москве 13 апреля. Спасибо вам огромное. Я рад, что у меня есть возможность показать вам, что действительно лежит в этих коробках. Турнир будет 13 апреля в Москве. Ссылка будет в описании. Прямо сейчас переходи, регистрируйся и приходи 13 апреля. Посражаемся, поиграем. Пам-чик-пам-пам. Покажешь, на что ты способен. Вообще... Рискнешь ли ты прийти и бросить мне вызов, бро? А? Все думают, что они победят меня, но кто знает, кто знает. Тебе придется очень постараться, чтобы выиграть меня. Пофоткаемся, естественно, приноси подарки, буду рад. Итак, давайте распаковывать. Начнем, давайте, вот с этого. Вот. Я уже открывал, соответственно, Спригана Чозе. Я уже открывал Iron Knight'а. Я открывал уже Спригана Реквиема. И вот сейчас легендарный Сприган. Ну что ж, поехали. Пара-пара-па-па-пара-па-па-пара. Да, по пускачу здесь все хорошо. Да, как так, драйвер, да, верхушка. Ой, упала. Да, все вижу, все на месте, крутяк. Все здесь прекрасно лежит. Компания СБ меня сегодня очень-очень сильно радует. Компания СБ вообще молодцы. Вот на самом деле, просто, допустим, есть, конечно, куча подделок. Например, тех же Лолов, да, вот тех же Лего. Но там слишком много фирм, и там непонятно, что к чему. Дабы мой канал дает вам возможность посмотреть на канале, что лежит в коробке, протестировать игрушки, без все одним дублем, без монтажа, чтобы действительно понять, стоит этот волчок того или нет. Да, здесь то же самое. Вот. И это очень здорово. И мы можем узнать, то, что, да, действительно, фирма СБ делает очень качественно. То есть бывают у нее, конечно, косячки, но они не настолько глобальны, как, допустим, у компании Flame. Не, Flame, кстати, хорошая компания. Мне нравится СБ, мне нравится Flame. И вот TD-шка делает неплохие запускалки, в принципе, у TD нормальные арены. Что касается Юди, то что касается компании 3N, это компания, конечно, мрак. А, еще, кстати, недавно... Так, здесь все верно. Недавно появилась фирма SN. Пока что много блейдов я от нее на рынках не вижу. Но, тем не менее, могу вам сказать так, что я думаю, они скоро будут делать этот самый, как это называется, четвертый сезон гачи. Скорее всего, они будут их делать. Дальше появилась компания Sun, что-то типа Flame. Там, смотрите, компания Flame, столько геморроя. Flame переобулась в Sun, потом вернулась в Flame. Я считаю, это все... Где-то вы что-то увидели? Нет, друзья, я вам скажу так. Что появилась, во-первых, компания SN, появилась компания MQ. MQ, кстати, тоже очень плохая компания. У меня от нее был Bastard Excalibur с нормальным драйвером. Купил я Bastard Excalibur компании SB, и там драйвера не было. И, собственно, сейчас посмотрим, что короче. Да, здесь все на месте. Все на месте. А вот, и, собственно, в чем была вообще проблема компании не МК, о чем я говорил вообще, а то, что компания Sun. В общем, я считаю, что это все был обман, я не знаю, кто на каком сайте, мне там, когда этот, я уже объяснял то, что компания Sun, это другая компания, не Flame, и мне скидывали какой-то сайт, какой-то украинский сайт, где, мол, на нем написано, да йоу, этот сайт просто человека, который продает блейды на Украине. И он может там написать все, что угодно. Что хоть СБ, это Такара Томи, что хоть Хасбро, это СБ. Короче, никому не верьте, потому что... И типа, Flame сделала апгрейд на Sun, потом и Sun снова перешла на Flame. Чё за чушь? Чё за чушь? И от Sun, я так полагаю, были блейды Валькирия, пятая Сприган, пятый, были еще Орпегис, и, по-моему, было Хилец от компании Sun. Правую камеру немножко. Вот. А потом снова вышел Ахиллес от Flame, сейчас Dead Phoenix. Друзья, вот вы себе... Кстати, обрадую вас. Я себе наконец-то заказал Dead Phoenix от компании Takara Tomy. Потому что когда был хайп на него, мне он был неинтересен. А мне куча людей писала, закажи, закажи, закажи. И я вот его заказал, но не для хайпа, а чисто для себя. Потому что я знаю, что он слабый, внимания особо он, ну, как бы не требует к себе. Потому что он реально слабак. И в общем, в чем суть-то? Что теперь мне все пишут? От Flame появился Dead Phoenix. Блин, камон, вам так нравится Dead Phoenix, я просто не понимаю. Ну, действительно, есть же... То есть, Iron Knight меня вот, ну, меня спрашивали, буду ли я покупать, но шквала сообщений от вас не было насчет Iron Knight. Вот. Ну, конечно, куча ребят просила, да. Но с Фениксом просто мне до сих пор смс-ки идут касаемо этого ревайва, ой, касаемо Dead Phoenix'а. А теперь еще смс-ки начались касаемо Dead Phoenix от компании Flame. То есть вот, как только появится Flame у меня в городе, я, конечно, куплю. Такара Томи, на вашу радость, скоро мне идет. Ну что, друзья, 5 коробок мы открыли, посмотрели. Все вроде бы норм.
Мне все нравится. Конечно, не, ну, конечно, Айрнайта, вот кто не видел ролик с Айрнайтом, гляньте, он есть на канале. Его, конечно, было прикольно открывать. И чё за этот самый Сприган, тоже его было интересно очень открывать. Вот такая история, друзья. Вот такая история. Все. Перячу все обратно. Да, вообще все на месте. Все хорошо. Вот. Готово. Годится. В принципе, вот так вот у нас сегодня все проходит. Гладенько, внезапненько, очень сегодня проходит, все интересно. Да, вот здесь легендарный Сприган, у него все отлично. Мне очень нравится он. Друзья, если у вас есть предложение, кого бы мне еще пооткрывать, то, конечно, напишите об этом в комментариях, какую, может быть, мне фирму для вас купить. Может, мне закупить для вас юдишку. Может, мне еще что организатор турнира пришлют, чтобы я для вас показали, посмотрели. Вот. Классные блейды. Открыли мы 7 штук. Все одно и то же. Очень хорошо. Это очень хорошо. Вот. Ну, 100 штук, конечно, наверное, купить не получится. Да, они столько и по 100 штук-то они особо не продаются. Так, все, да. Здесь все на месте. Но вообще, конечно, коробка вроде красивая, но в ней мало содержимого. Ну, то есть, конечно, в эту коробку можно было бы засунуть что-нибудь еще и поинтереснее, я считаю. Ну, а там, в принципе, китайцам виднее. Вот. Вот здесь у нас вот в таком духе все лежит. О, смотрите, коробка оторвалась. Ага. Сейчас подклеим, друзья, все подклеим, если китайцы не могут. Да, во все коробки все на месте, все круто, мне нравится. Вот, я не знаю, почему так странно провалось, как так вообще произошло. Но мы подклеим, не переживайте, ребятки, все для вас, все для вас. Вот так сейчас мы заклеим, красиво, залатаем нашего легендарного Спригана. Вот. И мне очень нравится то, что действительно все на месте. Последняя на сегодня коробка, друзья. Все, пойду работать на завод Такаратоми. Опа! Да, все на месте, это очень круто. Компания СБ, красава. Ставлю за легендарного Спригана 5 из 5. Друзья, вот такое сегодня было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лукса, нажимайте на колокольчик. Регистрируйтесь на турнир по ссылке в описании. С вами был Кетучий Неугомонный Блейдер. Всем удачи, всем пока-пока, скоро будут новые ролики. До свидания, друзья.